Если вкратце сказать по турниру, второй раз принимаем участие в данном турнире. Турнир организован очень хорошо, хороший уровень команд. К сожалению, в этом году не удалось достичь максимума, то бишь выиграть. Мы всегда ставим задачу лишь побеждать во всех соревнованиях, в которых участвуем. Играем на фоне усталости, поскольку плотный график игр. Принимаем участие в нескольких турнирах одновременно, поэтому достаточно сложно. Ну ничего, дойти до полуфинала тоже далеко не самый худший вариант. Соперники проявили себя лучше, будем откровенны. Желаем им успеха в финале. Ми вже вдруге приїздимо на цей турнір в Одесу. Нам дуже подобається, ну, поплив. Нам дуже подобається атмосфера, рівень команд, фінальну частину. Попадають досить високого рівня кваліфіковані гравці. Минулого року приймали участь, зайняли перше місце. Амбіції такі ж самі, хочемо перемагати. Взагалі подобається атмосфера турніру. Рівень арбітражу також досить пристойний, це, що ми бачили. Команди досить грають не грубо, грають толерантно, скажімо так. І, ну, вийшли до фінальної частини, чекаємо зараз фіналу. Ну, ми граємо в Черкасах, в усіх мініфутбольних турнірах. В цьому році почали ще пляжний футбол, заявились на турнір. Боремось за призи в усіх змаганнях, яких приймаємо участь. Взимку плануємо вперше заявитись на чемпіонат області по мініфутболу. Фірма «Контракт 61» займається всі роботи і всі види роботи зі стеклом. Тобто, изделия, полки, журнальные столики из стекла, то есть, ну, все зеркала, все виды со стеклом. Мы на этом турнире уже второй год. Мы очень рады, что нас приглашают сюда. Надеюсь, не последний раз нас будем ждать приглашения в следующем году. В этом году выступили немножко лучше, чем в прошлом году. Мы для себя так планку одну немножко подняли. Вот. Судейство отличное, мне кажется, очень четкое, взаимопонимание между командами, все корректный футбол. Я считаю, что в дружеской атмосфере проходят все матчи, атмосфера праздника, Одесса, солнце, море, пляж, супер вообще. Второй год приезжаем на турнир. Всем, в принципе, довольны. Одно единственное минус, что очень долго, с 10 утра и до 8, до 9 вечера, просто невозможно. Хотя половина утром одна группа, вторая группа вечером, очень трудно продержаться весь день, и второй день уже практически вареные, просто вареные. Так, в принципе, все, организация довольна, все комфортно, раздевалки, душевые, рядом кафе, покушать, все идеально, зал прекрасный. Команды, в принципе, все одного уровня. Единственное, я думаю, Сотекс выделяется из всех. Ну, они второй год уже, думаю, будут чемпионами. Предлагаю их не приглашать в следующем году. Будет равная борьба. Команды хорошие, в принципе, все одного уровня. Да, в принципе. Хотелось бы, конечно, сильнее. Ну, в следующем году усилимся. Доберем пару молодых ребят. У нас уже более ветеранский состав в этом году приехал. В принципе, всем довольны. Ну, приехали на турнир. Турнир очень удивил себе. Для нас он очень удивительный в плане вообще, он футзальный. То есть в Виннице футзала такого мы не видели реально. То есть у нас команда играет больше так. Большой футбол в маленькой площадке. То есть нам было реально очень интересно поиграть. Уровень команд очень высокий. Ну, нравится, не знаю, нам все нравится реально. Город нравится, море нравится, турнир нравится, все нравится. Приедем в следующем году обязательно. Выступлением довольны? В целом, да. Учитывая то, что мы не знали площадку, мы не знали уровень соперников, у нас нету нескольких основных игроков наших, то есть мы реально довольны своим выступлением. Малый кубок впереди. Да, да, мы надеемся, настроены, так что посмотрим еще, поборемся.
We'll be right back.
Большое спасибо. Улыбка, город Одесса. We'll be right back.
вам, девочки.
Хочу поздравить команды, которые достойно выступили, несмотря на занятые места и так далее и тому подобное. Отметить команду, которая достойно сражалась, выступала, и, ну, чуть-чуть не хватило за малый кубок. Это команда города Винницы. Технопрыз, пожалуйста, представьте. Победитель малого кубка, команда, которая второй раз участвует в турнире, команда города Вачака, Арсенал. Перед тем, как наградить тройку лучших команд, четверку лучших команд, извините, я хотел бы отдельно отметить несколько игроков, на которых нужно равняться, на которых всегда приятно смотреть и получить удовольствие от того, как они играют. Лучшим бомбардиром нашего турнира стал Шольмик Александр, команда «Сырник». Александр забил 13 мячей. Лучшим игроком нашего турнира был признан игрок, молодой парень, который представляет команду Unreal, Криворотов Дмитрий. В прошлом году вы впервые видели, посмотрели, как научились, а теперь уже вперед из песни. Пожалуйста, поаплодируйте. Лучшим вратарем признан игрок команды, которая достойно сражалась, показала хороший футбол. Команда «Солкетс» Виктор Ярошов. Хорошо, Виктор. Пожалуйста, поаплодируйте. За четвертое место в нашем турнире награждается команда, которая является неоднократным, любимым коллективом на нашем турнире. Это команда Market Master, город Киев. Третье место занимает команда, представляющая город, который принимает наш турнир, команда «Бурбон». В прошлом году команда заняла, по-моему, шестое место, или пятое, или шестое место, но в этом уже третье. Прогресс. Они, как гостеприимные хозяева, всегда пропускают вперед тех людей, которые приезжают в Одессу. Второе место. Черкасы, Солтекс. Ну и наконец, команда, которая каждый раз приезжает нам на турнир в Одессу. Каждый раз ставит перед собой самые высокие задачи, все время идет к ним, но вот в этот раз они пришли. Я их поздравляю с этим. Сервит, Киев. Еще раз, пожалуйста, давайте поаплодируем друг другу. Поблагодарим за хорошее настроение. Да, у кого-то что-то не получилось, у кого-то что-то получилось лучше, но это не главное. В конечном итоге я приглашаю всех на следующий год в Одессу, на флаг. Хотя же уезжать не будем.
Еще раз большое спасибо. Примачук Олег, футбольная команда МФК «Сервит», участники многих соревнований «Бренд-лига». В Одессу приезжаем уже не первый раз. Практически участвуем в всех соревнованиях и в Одессе, и те соревнования, которые проходят в Киеве, где-то занимали первые места. Ну, в Одессе, то есть были, не помню, раз или два в финале, но только в этом году выиграли турнир «Бренд-лиги». Очень приятно. Все понравилось, все просто супер. Мы уже здесь, по-моему, на один раз меньше всего лишь, чем этот турнир проводится. Чаще всего мы играем в финале, но сегодня как-то так получилось, что не дошли до финала. Ну, будем стараться в следующий раз. Что вообще понравилось? Как команда? Да все хорошо. Ну, по большому счету, весь турнир очень дружелюбный. То есть, да, тут сегодня разговаривали на судей много. Такое бывает, но самое главное, что игроки разных команд между собой очень, ну, такие дружелюбные отношения, нету жестких стыков, а даже если есть, они все равно не приводят к травмам, к дракам, то есть все очень дружелюбно друг к другу настроены, это очень здорово, потому что, то есть сравниваясь даже с другими турнирами, в которых играли, даже по цели, под премиальные, здесь все равно очень-очень приятно. Пусть будет больше, мы только за, но пусть этот клуб развивается только такими же вот равными, близкими нам по духу и по целям, любящими футбол, а не вставить между. Хочу поздравить всех команд-участниц с достойной игрой, выступлением в нашем турнире. Всегда приятно видеть многих из вас, которых за это время удалось полюбить, подружиться, увидеть, какие они на самом деле не только футболисты, но и люди. Большое спасибо еще раз за то, что приезжаете, играете. И хочу пригласить вас на следующие турниры, которые мы будем проводить. Город Львов зимой, город Одесса летом. До встречи на новых турнирах. Спасибо.